Дорогие забайкальцы, дорогие друзья, поздравляю вас с самым ожидаемым и самым любимым праздником – Новым годом. Новый год, в первую очередь, это семейный праздник. И все, что мы не делали в преддверии его, мы это делаем с заботой о своих близких. Наряжаем елку, ходим по магазинам, загадываем желания. Все это делаем ради них. И я сегодня искренне хочу пожелать, чтобы независимо от возраста, вера в чудо, вера в то, что мечты сбываются, была с нами всегда. И поднимая тост за праздничным столом, я его в первую очередь подниму за всех тех, кто находится рядом со мной, за своих близких. Подниму за тех, кто живет в Забайкальском крае. И пожелаю веры в свои силы. Веры в Забайкалье, веры в великую Россию. С праздником вас!